Привет, Ютуб. Пора потестить и покушать в то же время. А что, так можно было, что ли? Такая вкусная, что ж, вредная, или такая вредная, что ж, вкусная еда у нас. Некие чипсы, о которых я пока ничего не знаю. Лоренс. От компании Lawrence Snack World. Мировые снеки, короче говоря. Найти можем его во всех ашанах ваших городов, короче говоря. Давай посмотрим ближе. Помолс. Помельный, что ли? Помело, наверное. Вкус помело, я хз. Здесь по очень странному языку, блин, написано все. Кнутсприт. Кнутсприт. Лафтингер. Картофель снэк. Картофельный снэк. Оригинал. Нарисована картошина. И вот такие странные формы имеют. Давай с этой стороны посмотрим. Pumos and Line and La Yune. My fucking Yune. Для всей семьи, наверное, потому что, судя по картинкам здесь. И вот здесь, к нашему счастью, написано на русском. Картофельный снэк помелс. Состав. Картофельный крахмал, масло подсолнечное, порошок. Картофельное пюре, соль, луковый порошок, сахар, порошок паприки, порошок куркумы, порошок перца. Одни порошки, короче. Ароматизатор, молочные продукты, сухой терапорозапыр. Короче, смотри. И самое страшное, что нас с тобой интересует, по килоджоулям богато, 2200, больше 2000, и по килокалориям 531 килокалория в 100 граммах. Здесь 75 грамм, следовательно, короче, в этой пачке 500 тысяч калорий. Производитель Lawrence Polset HZ. Что это, где это вообще производится? Польша, мы знаем, короче говоря. С Польшей у нас были траблы разного характера, не только у нас. Давай пробовать. Как тебе сделать, чтобы ты ближе был? Слышь, иди сюда. Ладно. Берю ножницы суровые. Отрежу как смогу. Возьму такую чашку большую, но насыплю немного. А, так они как крабовые, короче. Так, пахнут невкусно, они всегда невкусно пахнут. Ну вот как на картинке они так и выглядят, вот таким образом, с дырками, короче. Похоже на какой-то уплотнитель. Пахнет, о, они еще, смотри, они это, трехмерные, ё-моё, они во. Нифига себе. Всем, кто кушает полезного кита, короче говоря, повторяю для тех, кто в танк или только что пришел. Вот компания Lawrence снеки, мировые снеки, Pumels. Пробуем. Блин. Яркий вкус лука. Где-то далеко картошечка. Солено-сладкий. Тут больше сладкого, чем соленого. Глютамат, разумеется. Где она? Блин. Хотел... Да ё-моё. У меня получится. Красавчик. Коты носятся. Маслянистые пальцы уже стали. Короче, оно на руках остается все. Да высыпаем остальное. Кот уже, которому ничего нельзя нахер. Чуть не съел хрень эту вредную. А ему вообще нельзя категорически ничего. Он мочекаменный у нас. Ну, такие дела. Ну, неплохо, но крабовый мне нравится больше. С крабовым вкусом. Вообще, крабовые или креветочные вкусы мне больше нравятся. Морские такие. Ну, не в лапше. Лапшу мы как давеча как-то ели с тобой. Ну, не секси вообще как-то. Ну что? Что? Возъели мы с тобой сегодня новый продукт какой-то. Найти во всех ашанах ваших городов, просто, но пока не скучай, не грусти, скоро Макса в гости жди. Береги себя, если близко, здоровья всем. Пока. Спасибо за просмотр, дорогой друг. Ставь лайк. Оценивай видео. Подписывайся на канал. До новых встреч.